запустили новый социальный проект КМБ «Студент». Мы про то, чтобы студенты и молодежь не уезжали из нашей страны. Неважно, на каком ты курсе, в каком ты университете, ты можешь присутствовать абсолютно бесплатно на мероприятиях, где успешные бизнесмены делятся своим опытом, мотивируют, а также готовы взять к себе на работу. Мероприятие вообще огонь, очень классные спикеры, и я в том числе. Очень так хорошо поговорили про работу, куда студентам податься, где нормально денег в Молдове зарабатывать, ну и все, что с этим связано. В общем, я очень рекомендую сюда приходить. КМБ сегодня выступала в Асеме. Зал был полный, 300 человек, энергия зашкаливала. Амир, вы молодцы. Те люди, которые были в зале, скоро будут править компаниями, скоро будут занимать государственные должности у нас в Молдавии. Проект хороший, проект интересный, очень много интересного молодежи. Я считаю, что с ними нужно разговаривать, делиться своими примерами, делиться, в общем-то, своими знаниями. Я думаю, это полезно. Полезно для нас, для нашей страны, для нашей молодежи. Данное мероприятие реально очень полезно. Студентам такого не хватает, потому что у них нет опыта и понимания, как устроиться на работу, как начинать или не начинать свой бизнес, когда. И, конечно, взаимодействие с опытными бизнесменами, с теми, кто уже прошел этот путь, для них это, безусловно, важно. Поэтому я надеюсь, что этот проект будет развиваться и в дальнейшем. Ты можешь стать частью этого замечательного проекта КМБ «Студент». Время действовать.